Очень часто призывники с комплексами избытка или дефицита веса задают вопрос о том, как служиться в армии толстым или наоборот худым. Канал Тестостерон Топ расскажет вам о том, какое значение имеет вес в жизни солдата. Солдату с лишним весом служится определенно тяжелее, чем остальным. Главная причина этому – физические нагрузки. Людям с избыточным весом порой сложно даже один раз подтянуться на турнике. А подтягивание – обязательный элемент ежедневной утренней зарядки. Второй элемент утренней зарядки – бег на 3 километра. Такой забег обычному-то солдату дается не сразу. А если человек имеет лишний вес, то это превращается в настоящее испытание. Также серьезной проблемой будет армейский рацион. Проблема в том, что практически вся армейская пища приготовлена на пару и в целом малокалорийна. Следовательно, большой человек, которому соответственно нужно большое потребление калорий в сутки, будет страдать от чувства голода больше, чем остальные. Для людей с дефицитом массы тела проблемы с утренней физической зарядкой менее свойственны. По крайней мере, худые намного быстрее привыкают к бегу. Тут уже зависит от образа жизни перед армией. Даже самый конченый худой задрот в принципе привыкает и будет выполнять упражнения наравне со всеми. Что касаемо отношений в коллективе, не переживайте. Никому нет дела до вашего веса. Если у вас достаточно крепкий стержень, чтобы дать отпор, никто не будет смотреть на ваши физические данные. Максимум, что может быть, подколы, прозвища и шутки. Но без этого никуда в мужском коллективе. Подведем итог. Если вы собираетесь идти в армию, то начните бегать хотя бы раз в неделю и потихоньку подружитесь с турником. Ибо если во время забега в армии вы будете не успевать и подводить коллектив, то тогда жить в этом коллективе вам будет намного сложнее. Не важен твой рост и вес. Главное правильно себя поставить и вести себя достойно. Ну а на этом все. Подписывайтесь на канал и не забывайте заглядывать на стрим. Ближайший стрим состоится сегодня, 19 апреля. В 6 часов вечера по московскому времени. Вся информация по стримам в группе ВКонтакте, ссылка в описании. Помните, ваша поддержка мотивирует меня делать ролики чаще.